Всем большой привет, кто не знает меня, зовут Таня, и, кстати, обязательно улыбнись, потому что ты самая красивая. Так, девчонки, сегодня я подготовила для вас очередную обалденную тренировку на худые и стройные ножки, как у кореянок. Вам очень нравится именно формат такого видео. Сегодня, конечно, тренировка будет намного сложнее, чем предыдущая тренировка, но если ты еще не видела, либо же не видел, то обязательно переходи и смотри, ссылочка будет в описании под этим видео, а также сверху будет подсказка. Как я уже сказала, сегодняшняя тренировка будет сложнее, потому что в ней будет намного больше упражнений, чем обычно я вам показываю, и какие-то из них будут длиться 1 минуту, а какие-то 30 секунд. Конечно же, чтобы похудеть в ногах, нужно обязательно соблюдать правильное питание, водный режим, как можно больше двигаться, чтобы у вас была хорошая активность, потому что для того, чтобы нам похудеть, нам 100% нужен дефицит калорий, и без этого дефицита, просто занимаясь по одним тренировкам, эффект будет минимальный. Итак, я предлагаю вам делать эту тренировку в течение 14 дней по 3 подхода каждый день, но если вам сложно делать эту тренировку каждый день, либо же вам это просто надоедает, то вы можете ее делать либо же через день, либо просто чередовать с какими-то другими тренировками. Итак, я вроде бы вам все сказала, ничего не забыла. Обязательно сделаю еще раз акцент на правильное сбалансированное питание. И, в принципе, если вы готовы, то я предлагаю не затягивать и поехали заниматься.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Надеюсь, что моя тренировка тебе понравилась. Если это так, то обязательно поддержи меня лайком. Также делись своими результатами и впечатлениями в комментариях под этим видео. Но я желаю тебе отличного дня, будь в форме и помни, ты особенная.